Работа еще не початый край. Вот все надо закрывать забором. Девочки, я из серии. Мне хлеба не надо, работу давай. Девочки, работа продолжается. Вид с другого угла. Там закрывают забор. Сегодня должны закончить. Правда, очень сильно льет дождь. И из-за этого работаем медленно. Котят перенесли сюда, потому что из бутылки идет дым. И мы перенесли домик сюда подальше, чтобы котятам не мешать. Крышу сегодня должны докрыть. А потом будем утеплять вольеры. Слава богу, на улице у нас собаки. Они у нас в сухом, под навесом. Но, ребята, все равно переживаю, потому что надо делать побыстрее теплое помещение. Пожалуйста, друзья, откликнитесь. Нам очень нужна ваша помощь. Очень нужна, друзья. Очень-очень. Работа кропотливая. Именно поэтому движется так медленно. Так медленно, ребята. А еще погода, сами видите. Пока было солнце, у нас не было денег. Сейчас мы немножко насобирали, купили материалы, доски купили, немножко железа купили. Подкупаем потихонечку, но очень и очень мало, ребята, очень мало. Труб хватит еще от силы на пару вольеров. И все. Перемычек, надеюсь, что хватит. Досок хватит, пока хватит. Сетки, ребята, осталось тоже на два вольера. Только на два вольера. Друзья, помощь очень нужна. Твои, чтобы планировать вольеры дальше. Вот. Будем сейчас новый вольер разбивать. И делать все дальше, ребята. Да, проблем много. Очень много. Вот. А еще мы сейчас приехала бригада. И ставит нам сваи для домика, где будут жить рабочие. Вот. Это у нас тоже. Да, мои красивые. Все. Вот. Малышей у нас еще совсем немного. Вот такие у нас дела, ребята. Вот. Сейчас мы вот эти сваи все перенесем, чтобы они нам не мешали. Вот. Разбиваем новую. Перевозим. Та стайка сидит там. Спрятались. Эти носятся. Так. Так, ну что? Так, вот так мы ставим сваи для дома. Делают сваи под домик. Это ребята делают сваи под домик. Сейчас сначала винтовые сваи вкручиваем, потом обвязываем все это сваркой в два ряда и только потом собираем домик. Это домик для рабочих. Домик для рабочих. Сейчас они у меня в бытовке. А бытовку мы будем потом использовать под карантин для щенят и кошек. Поэтому надо людям создать более-менее нормальные условия. Сейчас мы делаем этот домик. Он просто жизненно необходим, если я хочу, чтобы у меня работали люди. А работы у нас, девочки, на ближайшие 2 года 100% с гаком. Где торчат трубы, это у нас будет кладовка, это у нас будет мастерская. Здесь у нас будет ангар, склад и мастерская. Валюш, ну я что посмотрела, собаки в вольерах, а крыша-то где? Может, крышу им сначала сделать, да перевозить кучу, вот такая погода будет, и чё? И сено даже навалите, все под дождем размокнет. А ты что, крышу не видишь? У меня 6-метровая крыша, 6-метровая крыша. У меня пол вольера под крышей с деревянными полами. Вот сейчас дождь льет, все собаки сухие. Все спят под крышей на стружке. Люба, пол нужен обязательно, потому что собаки очень сильно роют, это раз. Во-вторых, они должны спать на теплом, на деревянном. Они не могут спать на бетоне, это два. Спать просто на земле они тоже не могут. Ни в коем случае. Поверь мне, это я знаю твердо. Пол делать обязательно. Надо делать сразу. Хоть немного, какие-то нормальные, приемлемые условия. Просто нужны люди. Слава богу, я просто увидела, что щенки ходят, а на полу лужи. Я и расстроилась. Ну, хорошо, что не увидела. Сейчас еще раз посмотрю. А то и расстроилась. Спасибо, Девочки, трубы это... Круглые трубы 56-57 диаметр. Металлические 6-метровые трубы. Они нужны нам, чтобы вкапывать их в вольеры, в общем, короче, делать.
Девочки, у нас назревает еще одна проблема, но она не так сильно жмет, но она уже назревает. Это сено для утепления будок зимой. Нам необходимо на наш приют минимум 10 рулонов, огромных рулонов, больших. Сено, а не солому. Солома режет лапы. Для свиней и коров солома хорошо, для собак режет лапы, к тому же попадает в глаза. Я пробовала, ребята, это очень неудобно и очень плохо для собак. А вот сено отлично. Поэтому, ребята, скоро переедет вся тысяча сюда, причем переедет уже в сильные морозы. И у нас будки должны быть все с сеном. Вот такие дела, ребята. Это еще одна проблема, о которой группа должна знать и не сбрасывать ее с весов. Надо искать сейчас нам сено, где можно закупить его по дешевке. В Московской области однозначно, наверное, этого нельзя сделать. Значит, надо искать по соседним областям. Танечка, цена еще нестабильна. Поэтому сено будем узнавать в разных областях, сколько оно стоит. Сначала надо выбрать оптимальную цену, самую низкую. Цена за сено прыгает, иногда разница в 1000 рублей. Поэтому надо просто сейчас внимательно обзвонить нашу область и посмотреть, у кого какая цена. Девочки, у нас еще одна проблема, причем очень серьезная. У нас не хватает сетки. У нас не хватает сетки. И сетку закупать надо очень и очень срочно. Рулон стоит 3200. Понимаете? И сетка горит, если мы хотим продолжить стройку. Это просто... Ну что делать, скажите? Я хочу попробовать взять рулоны на заводе. Поэтому я, когда поеду в грязи, поеду за сеткой. Или буду звонить туда, чтобы поехали и узнали. Но в любом случае, девочки, сейчас у нас очень тяжелая ситуация. В каком смысле? Первое. Сетка нужна просто необходима. За корм долг отдать тоже надо. И плюс зарплата людям. И все это накопилось к концу месяца. Девчонки, это очень тяжело. Девочки, если на 100 вольеров, то надо где-то около 500 рулонов. Около 500. Не 700, девчонки. Потому что внутренние перегородки, они меньше уходят. Около 500 рулонов надо будет нам. Это чтобы полностью приют сделать. Нам хотя бы взять сейчас рулонов 200, хотя бы напополам, девочки. У нас нет сетки. У нас, друзья, нет сетки. У нас закончилась сетка, мы начали разбивку новых вольеров. А сейчас посмотрели, у нас сетки только на один вольер. Только на один вольер. Вот сейчас мы разграничили еще два вольера. Трубы пока поставили только на одну секцию из четырех вольеров. У нас вольеры идут секциями. Так, сейчас мы начали обвязку. Друзья, но нам нужна сетка. Пожалуйста, друзья, без этого мы просто остановимся. Ребята, прошу вас, это жизненно необходимо. Это наша жизнь. Ванечка, ты посчитал, сколько рулонов осталось? 15. Жуть. Ребят, пожалуйста, у нас осталось только на два вольера сетки. Сетка только на два вольера. На один вольер уходит 7 рулонов сетки. 7 рулонов сетки на один вольер. Друзья, срочно, сейчас срочно нужна сетка. У нас есть доски. Доски у нас тоже есть, на крышу есть. Железо на крышу тоже есть. Друзья, мы закупили материал. Сейчас проблема только в сетке и в перемычках. Вот нам нужен будет профиль 30 на 30 еще. Нужны трубы, 57-я труба. Очень нужна, друзья. Пожалуйста, пожалуйста, отзовитесь. Ребята, 1000 собак висит в воздухе. Прошу вас, когда ударят морозы, тогда спасать будет уже поздно. Я прошу всех неравнодушных людей, отзовитесь, пожалуйста. Даже 100 ваших рублей, они нам помогут. И что-то сможем купить из материалов. Друзья, мы не просто строимся. Мы содержим приют в 1000 голов. Слышите, друзья, 1000 привезли вот эту маму с помойки. Вы нас понимаете, насколько это благородный и чудесный зверь? Она кормила 8 своих щенят. А когда приехали ее забирать с помойки, она побежала в сторону. То есть пошли за ней, а там оказалось еще 6. Итого мама, вот эта мама чудесная. Смотрите, сколько тараканчиков. Вот такие маленькие, хорошие. Что мои золотые? Что мои хорошие? У этой мамы сейчас 16 малышей. 16. И со всеми она очень добрая и ласковая. Вот, сейчас малышам пока устроили вот так.
Все помещаются. Будка очень большая. Очень большая, широкая. Там все помещаются на ночь. Плюс мама выходит, запрыгивает или на будку отдохнуть от них, или лежит на диванчике. Наши тараканчики все маленькие, маленькие, маленькие. Да? Друзья, жизнь священна. Неважно, кому она принадлежит. Собаке или человеку. Она священна. Да, в этом мире много несправедливости. Да, в этом мире много жестокости. Но, друзья, в наших силах это зло разбавить каплей добра. Прошу вас, помогите нам сделать этот мир чуточку добрее. Да, мы не можем спасти весь мир, но мы хотя бы пытаемся. Становитесь рядом с нами, поддерживайте нас, становитесь нашими друзьями. Понимаете, уходя за черту, друзья, мы берем с собой только наполненную добротой и светом душу. Это тот дар, который подарил нам Бог. Я не очень сильный там молельщик, но сердце Бога всегда держу. Я верю, что есть что-то, что дало нам эту жизнь, и что однажды мы обязательно будем отвечать за наши поступки. Понимаете, не обязательно биться лбом об пол в храме, чтобы верить. Верить и творить добро. Поэтому в каждом сердце, в каждом доме, в каждой душе, друзья, должна быть частица веры, доброты, любви. Я призываю вас, друзья, призываю чисто по-человечески помнить о том, что мы люди. Люди, понимаете, а не сущности, которые наполняют этот мир. Люди, которым дан разум, даны чувства. Друзья, я прошу вас, давайте будем людьми, давайте будем добрыми. И, пожалуйста, отзовитесь, помогите нам отстроить этот уголочек добра. Пожалуйста, ребята, пожалуйста, дорогие мои, знакомые и незнакомые люди, отзовитесь. Ну что, ребята, сделали крышу, переделали, сделали хорошо, очень хорошо, удобно. Вот теперь то, что надо. Все. Хаос у нас, конечно, еще. Ребята, не хватает рук. У нас очень сильно не хватает рук. Сейчас зашьем еще два вольера. И будет просто замечательно. Делаем деревянные вот такие настилы, чтобы дети наши не мерзли зимой. Сейчас связываем сетку. Делаем перемычку между двумя вольерами. То есть все нормально, все хорошо. Знаете, ребята, было бы, конечно, здорово, если бы мы могли сделать все это арматурой. Просто сварить ее и все. Но, к сожалению, это довольно намного дороже. Хотя было бы очень удобно, не надо натягивать сетку. Потому что это время. Так взяла бы 2-3 сварщика и варили бы спокойно. Надо обдумать этот вариант тоже. А так приходится, видите, скручивать сетку. Здесь будет две секции вольеров. Все по шнурочке, все аккуратно, все по уровню. Мальчишки у меня молодцы. У меня действительно чудесная команда. Хорошие ребята подобрались. Хорошие, нормальные, добросовестные, отзывчивые и добрые. Без них я бы, конечно, никогда в жизни не справилась. Итак, ребята, мы заложили еще две секции вольеров. Готовим каркас. Господи, только бы дождь нас не подвел, только бы дал возможность доварить. У нас должно получиться еще 3 секции до конца участка. Потом мы перейдем на ту сторону и начнем в другую сторону. Начнем в другую сторону. Господи, ребята, помоги нам Бог. Нам надо вывести 1000 собак. Ребята, 1000 собак. Друзья, люди, дорогие мои, помогите. Пожалуйста, помогите. Я не знаю, какие призывы и как говорить, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, давайте обратимся к нашим друзьям и попросим, чтобы они обратились к своим. Именно тогда мы чего-то добьемся. По-другому, ребята, нет. Наша жизнь сейчас и наша стройка зависит только от информационной поддержки. Чем больше информации каждый день, девочки, у нас очень мало времени, у нас каких-то 2 месяца. Жизнь наших собак, на жизнь наших собак отпущена 2 месяца. Я прошу вас, давайте не будем забывать об этом, я очень вас прошу. Огромное вам всем спасибо.